всем, начинаю рабочий день. Время 12 дня, выспался, начал с моечки. Намыл, начистил. Как говорится, не только пассажиру, но и самому приятно. Так что посмотрим, что сегодня из этого получится. Поработаем. Опа, 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 первый заказик. Коэффициент 2. Завершаем заказик. 193 рубля. У меня уже следующий заказик. Поехали. Да, кстати говоря, я работаю через парк Эксперт. Если вы в поисках надежного парка работы в такси, то рекомендую вам Эксперт Парк. Крупнейший русифицированный парк Яндекс Такси. Я сам работаю лично через Эксперт Парк. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Есть бонус — приведи друга. Выводы ежедневно и без комиссии. И выйди в моменталок. Ссылки оставлю в описании. Поддержка работает круглосуточно и проконсультирует вас по любому вопросу. У меня целых 2000 рублей сверху. Ребята, вводите мой реферальный номер и зарабатывайте так же, как я, и получайте две смены по 12 часов от прямого партнера Яндекс. Вот такой заказик сегодня сделал, первый на хорошую стоимость. За 464 рубля в деревню Демидово привез. Вот. Так что замечательно, замечательно. Работаем дальше. Вот такое вот сообщение мне прислал Яндекс. 7 по 14 декабря. Высокий спрос. Видите, что повышается. Такая вот тема. Городочек сегодня у нас полыхает. Фотоконтроль. Селфи пришел. Сейчас надо будет пройти и работать дальше. Шесть заказов плюс 600 рублей. Так что нормально. Работаем, зарабатываем. Сейчас какой-то сбой был, что ли, непонятный. Четыре заказа подряд отменились автоматически. Так, у нас тут, по ходу дела, какая-то авария произошла. Видимо, пешеходов, как всегда, пропускали. И вот такая здесь канифоль в районе 1 мая. Еще один заказик, и у меня 600 рублей до бонусной цели. Это круговое наебалово. Здрасте. Южная у вас, да? А? Южная? Да. Алло. Вот такая смс-чка мне пришла о том, что мне поездочки компенсировалось. Так что я еще раз повторяюсь, все-таки на безналичной оплате правильно надо работать. Так, по таксометру у нас что? 250 рублей бонусные. Заказики у нас уже по городу. Еще мне 5 заказиков, у меня 1000 рублей будет сверху. Так что поехали в зону по 250 рублей, получим заказик. Итак, заехал в зону по 250 рублей. Сейчас посмотрим, что он мне предложит. Как всегда, небось, дальнюю поездку. А может быть и нет. Так, за 250 рублей мы взяли один заказик, 97 рублей нам сверху.
Сейчас мы еще, наверное, находимся в зоне, да? Да, по 230 уже все. Встаем на линию и ждем. Шикарный заказ. А шикарный заказ у нас какой? Правильно, каратэшек. Нам больше и не надо. Короче, такая у меня ситуация. Вызвали на безналичной оплате. Стоял в зоне по 250 рублей. Никто не выходит, позвонил. Приходится отменять. Компенсация так и так придет. Я вам не советую, ребята, начинать заказы и заканчивать их. Иначе сыграет большую шутку. Или вам, как говорится, никто ничего не заплатит. Еще и все бонусы отберут. Так что лучше сделать так. Короче, не зря постоял. Неплохой заказик получил. Каратэша. И еще один взял сейчас тоже. Из зоны. Правда, не знаю, куда поеду. А этот заказ я выполнил с Фрунзе к сити-центру. Но ребята местные знают, что ехать тут всего 2 минуты. Молодой человек ехал, говорит, плохие наушнички, да, продали, говорит, удобные, но плохие, говорит, за 2500, говорит. Я говорю, да, я говорю, понятно. Я говорю, ну возьмите, говорю, подороже наушнички, GBS какие-нибудь. Они говорят, да, говорят, есть такие, говорят, наушники хорошие, но, говорят, но дороговато, они, говорят, 3,5 стоят. Я говорю, понятно, понятно. Говорит, сейчас, говорит, не потяну. Я говорю, все, я понял, я говорю, понял. Так что вот так вот. Но на такси, сука, он по зеленке ехал. Просто кэфы пропали, блядь. Кто их отключил? Вот колдун ебаный, а? По зеленочке, короче, заказик. Но правда, из лужи по 250 рублей. Придется на большие дворы ехать. Написали, уже выхожу. Да вы уже должны давно здесь быть. Вот, ползут. Сейчас поедем. Короче, я этот заказ на большие дворы по зеленочке сделал. Но все-таки, видите, хотя бы 250 рублей он мне стоил. Ну, сущие копейки, как говорится. Ладно, едем в следующую зону. Здесь я выключился, нафиг надо. Хотел поговорить о наболевшем. А наболевший у нас что? Ну, конечно, пассажиры не отряхают ноги. Вот пока я сегодня больше, чем полдня просил, чтобы отряхали ноги, все отряхали, все говорили, что мы, конечно, отряхаем ноги. Но перестал говорить и перестали отряхать. Как бы делайте выводы. Не благодарите. Вот такая тема теперь в таксометре появилась. Типа поделиться какой-то мечтой. Вот так. И далее. Я баню построить хочу. Или дом. Еще один заказик. Просто великолепно. За 300 рубасиков. Еще один заказик взял. Надеюсь, тоже будет каратыш. Этот я заказик сделал с вокзала на Тихонова. Местные ребята знают. Так что работаем, зарабатываем. А если вы хотите так же, ребята, зарабатывать, как я, что вам надо сделать? Правильно, подключаться в Парк Эксперт. Все ссылочки будут в описании. Погнали. Итоги сегодняшних покатушек. 28 заказов на 5, 265. Мне можно, в принципе, еще сделать 2 заказа и получить бонусов примерно еще плюс 200 рублей. Но так как я уже хочу домой, вот, поэтому я получу всего лишь 1000 рублей, но не 1200. В итоге плюс бонус будет 6. И как бы эти 200 рублей никакой роли не сыграют, поэтому завершаем наш сегодняшний марафон. Мы вышли в час, в 9 закончили, за 8 часов 6000 рублей, я думаю, нормально. Так что спасибо, пишите лайки, ставьте комментарии.